Всем привет! Сегодня у нас будет интересная акция на трату самоцветов IGG ввели в события вот такую вот акцию «Коллекционер героев» называется. Она длится 24 часа, ну сутки по сути. Тратьте самоцветы или значки почета на найм героев во время события. Если вам повезет, вы получите указанных героев, сможете забрать награды события. Примечания героя, нанятые использованием карт, не учитываются в данном событии. Что мы имеем? За дриаду вы получите карту смены таланта, за оборотня карту смены чар. Самое интересное, за студенистого рыцаря вы получаете арктику донатного героя, также руну эволюции и коробочку смены таланта пятую. Ну а если вы выбьете фрей, вы еще дополнительно получите огненную защиту пятого уровня. Вот так вот. Ну и у нас дополнительно есть вот такая вот акция трата. За нее вы получаете, вот я буду до 2000 славы в принципе играть. Ну что, поехали, посмотрим, какой сегодня у нас рандом. Сейчас я посмотрю. В принципе, на место должно хватить. Все редкие герои есть. В магазинах нам хватит. Ну, поехали по 450. Одержимый. Уже первый есть. Рыцарь. Новая имба. Так. Ну, гаргул. Хорош. Ребята, вот вы обязаны просто поставить по лайку, хоть и у меня рулится, но видите, как у меня на аккаунте падают легенды. Ну, я ничего не могу сделать. Вот так вот, у меня читерный просто аккаунт. Анубиса мы уже выбили. Кто смотрел предыдущий ролл, там точно так же он упал. За пару тычек. Ну и все. Так, включаем опять читы. Ну, что я вам говорил, заклинательница капитан Дрейк. Просто жесть. Варлок. Ворожай, ну не знаю, что там, стрелка нам надо еще. Ну опять имба упала, рыцарь. Рыцарь тьмы, Арес. Вот так вот, по два пока. Дед Мороз. Валентина Рино, ребята, ну это вы обязаны просто ставить лайк. Таких роллов вы нигде не увидите. Так, пора выключать. Ну, еще один ворожай, это так себе. Леди Лео тоже нормально. Пойдет. Пойдет, да? Фея. Жалко, не Фрея. Было бы интересно. Так, ну вот мы половину. Ну, еще один варлок. Давайте посмотрим. Дриаду. Есть. Оборотень словили. У нас осталось 4. В принципе, думаю, мы без проблем их нафармим. Ну, Суккуб, недостающий герой, которого у меня на аккаунте, он прокачан, но его нету. Призрачный всадник. Ну, просто... просто жесть. Как я и говорил, 25к мы выбили. Стрелка, Анубиса, Рину, заклинательницу. Что еще надо? Ну, мне-то оно все не надо. Но ролл эпичненький. Так, ну, Снаузила. Ну, паладин, как же без паладина? У нас без паладина ни один роллинг не обходится. Да, ребят... аж горло пересохло.
от такого роллинга. Ну, поехали дальше. Тритончики пошли, оборотни. Так, еще один. Ула Дракула, это хорошо. Что там, мы получили уже или нет? А нет, еще, смотрите, еще три даже надо. Ничего себе. Одержимый. Так, по-моему, один слизняк уже был. Ну, тоже неплохо, Гаргул Тыква. Ну, рыцарь, это просто имба. Это жесть, ребята. Ничего так нам упало, да? Фрэнки. Ну, здравствуй, Фрэнки. Еще один герой редкий. Так, смотрим. Да, судя по всему, вот мы собрали. Есть. Ну, рунка как бы так себе. Коробочка еще пойдет. Но я ее сейчас не смогу открыть. Сколько там у нас уже Арктик накопилось? Это моя, по-моему, первая бесплатная Арктика. Ну, как видите, надо потратить все равно 50 тысяч самоцветов на бесплатную Арктику. Ни много, ни мало. Ну, 40-я. Ювелирная. Так. Так, так, так. Стрелок какой у нас? 24-й, 45-й Анубис. Заклинательница 11-я. Два ворожея даже упало нам. Ну, как видите, Фрея. Ну, мне, в принципе, Фрея там и не особо нужна. Что у нас здесь? Забираем. Забираем смены. Тут карточка. Ну, вот 10 есть, 10 пропусков, это хорошо. Ну, следующий приз. Это по 10 карт и кулачки. Ну что, 450. Еще 450. Ну, фея ниндзя. Блин, я уже думал, что Фрея. Так, давайте до следующей. Ну, малышник. Получить все. Так, это у нас награды первые. Смотрим. Даже немножко больше потратили. Смотрим. Кулачки. Это хорошо. Ну, кулачки нужны для прокачки новой тыковки. Так, это продаем. Это все нам не надо. Ну, жалко, жалко, за 50к, конечно, нам Фрея не выпало. Но, блин, Анубис и Стрелок, это просто жесть. Я не знаю, почему я вот недавно ролил 60к и почему там так не сыпало. Если бы, наверное, подождали, было бы интересно сегодня поролить. Ну, кто же знал. Как обычно, IGG нас удивляет. Так, 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 так. Вроде все собрали. А не, еще пришло. О, вот так вот. Вот так вот. Что у нас об этом говорит? Это у нас уже 999 карт собралось. Скоро будем фармить 5-й миллион самоцветов. Так, ну хотя бы посмотрим, кто тут есть. Арташка есть. Королева Гарпий. Надо будет, кстати, пройти эту локацию. Я что-то, как обычно, подзабил. Так, трианты. Предлагают мне увеличить силу. Еще разок. Леди Лео.
Тут, наверное, Ридилео нормально заряженная, да? 255 уровень. 255. Что нас в дальнейшем ждет увеличение? Ну-ка, мне даже интересно стало. Что у нас там на 19-й волне получается? А, тут тоже 255. Я что-то никогда не обращал на это внимания. Ну ладно. Ну вот, в принципе, так еще случайно запустили. Вот такой вот роллинг, я не знаю, имбовый роллинг. Анубис, Стрелок, Рино, Фрэнки, два ворожея, там, одержимый. Ну, наборчик героев, скажем так, топовый за 50к, плюс еще получили Арктику дополнительно, плюс плюшки с рынка. Ну, в принципе, неплохо. Что у нас по кулачках получается? 1500 кулачков нам надо, ребята. 1500, и у нас будет очаровательная новая тыковка на тесте. Все, пишите комментарии, кто что достал, сколько кто потратил, что кому упало. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.